Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Сьогодні у нас дуже цікава тема, як завжди. Будемо говорити про татуювання, про символізм тату і взагалі, наскільки все-таки впливає татуювання на людину. І у нас в гостях сьогодні майстер тату Семен Ковальчук. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну, з чого почнемо? Тема така вся широка, прям не знаю. От, наприклад, все таки, ну, примітивно. Якщо я вирішила собі намалювати якусь квіточку, так? Це щось означає? Звісно. І що це? Трояндочка там, траля-ля? Ну, розочка – символ красоти, любви. Що такого? Одну розочку наколеш, одна буде любов хороша. Три розочки наколеш, три любви пойдет. Букетик наколеш, вся с любовью будешь. Ні. Да, это так есть, да. Та як таке може бути? Ну, вот так вот. Тобто все-таки, татуювання впливає якимось чином на долю людини і на саму? Ну, во многом, да, но имеет очень большое значение на человеческом теле. Любой рисунок имеет свою символику, свое отношение, свое значение, то есть как бы свой жизненный даже путь. І більше того, я так розумію, що татуювання може змінити твій життєвий шлях. Так, да, обов'язково. І у вас такі були приклади? Так. Да. Багато? Ну, були. Ну, це трохи навіть страшно, воно якось так попахує чимось таким. Буде віра, буде результат. Не буде віри, буде пуста символіка. Прийшов чоловік, хоче знак денег, багатства, символіку якусь таку, він мені не вірить. Він просто вірить в значок. І не буде нічого. Будет у него внутренняя вера вместе со значком в душе, что оно ему надо, что это большая необходимость, острая, что у него в жизни нету ничего больше, как вот это дополнение к своей жизни. Это символики, которые все у него поменяется, есть, меняется. Были же когда-то случаи еще, вот тут, даже съемок передач с 90-х годов, пришло внимание, там показывали человека, который себе в армии служил, был абсолютным неудачником, так. Говорит, даже дедушки... Меня армейцы не брали к себе молодым парнем никуда такой. Ничего, и служил где-то на Владивостоке служил, там у парня был отец японец, вроде бы как, насколько я помню. То есть он ему сказал, что таким людям в Японии, как ты, знаки колят, чтобы у них в жизни все поменялось. Он сказал, давай этот знак, я хочу его наколоть, зачем мне армейское. Ему в дальнейшем получили в письме этот значочек, накололи, и в жизни у него все поменялось. Поменялось настолько удачно, что он на съемке, по-моему, был одним из директоров большой компании. Людина, ну, яку в армии чмирили? Да, просто так. Добре, але... Вера нужна, человеческая. Тобто виходить, що сама людина фактично наділяє ці символи якоюсь силою? Да. Тому що символ сам по собі нічого не означає. Ну, це не тільки татуїровка, а то можна взяти будь-яку річ. Вот помните браслеты на удачу, когда-то были по телевизору, и они стоили еще и 70 или 80 условных единиц в переводе на наши деньги. Это такие, какие колер меняли, что-то там такие? Нет, это необыкновенный черный каучуковый, ничего не обозначающий, он такой, что на него смотришь, ему цена, ну, может, 5 гривен. Купил, да? Ну, можно так образно сказать, ну, там резина. Там делали что-то. Але якщо ти віриш, що він тобі допоможе, то він... Да, і допомагає, тому що вони говорили о том, що 20 днів, якщо він вам не допомагає, то ви можете відправити, ми вам повернемо ваші гроші. Я знаю такого чоловіка, який не відправив. Который его взял себе. Так, он был обыкновенным человеком, можно сказать, это хмельницкий человек. Так. Он был простым таксистом, он был молодым парнем, он хотел веру в будущее, он хотел достойную жизнь. И он себе когда-то купил этот браслет через интернет, по телевизору посмотрел, купил, имел денег, там что около 100, может, долларов на эти деньги. Потратил свои те 80 долларов, с теми 20 остался. И у него открылось третье через 20 око. Дней он его не отправил. Он на него смотрел, думал, ходил с ним, рассматривал его. Но его жизнь за эти 20 дней начала меняться настолько кардинально с его верой. Сейчас этот человек тоже имеет достаточно хорошую жизнь в городе Хмельницком. Могу сказать. Як цікаво, правда? Он имеет все, и семью, и детей, и быт, все имеет. А жизнь был таксистом, який купил, да, браслет? Да, такой простым вот тут человеком, который работал в такси. Нет, ну он, у него в жизни были всегда стремления. То есть как бы не каждый же этого может. Да, це правда. Вот, кто хочет жить, тот будет. Добре, Семене, а припустим, людина приходит до вас, и вона просто хоче щось наколоти. Ви робите йому таке татуювання? Тобто вона не думає, який там символ, не вірить, а просто хоче якусь красу там, от, лялочку, там якийсь значок. Ні, ми обов'язково обговорюємо кожну татуїровку.
Ну, це у меня обов'язково. Да, я да. То есть, как бы, есть такие случаи, что люди не обговаривают татуировки, просто приносят и говорят, накалите, и они накалывают. Я этого не делаю, я всегда спрашиваю, для чего, зачем, что хочешь, что это. Если человек не понимает, объясняю ему, что это такое, для чего он это делает, надо ему, не надо. Угу. Если понимаешь, что надо, да. Тобто виходить, що ви якоюсь мірою психолог? Ну, не знаю, ну, я думаю, що в цій професії по-другому невозможно. Тобто, как бы, так просто цьому житті не посвятиш. Тобто, якщо це працювати просто во ім'я заробітку, то це тоді да. Тобто, как бы, тоді ну, все одно, що люди колять. Так, як говориться, то тут... Ну, так, как, головне, татуировки. Головне, люди щоб дали копійочку. От обикновенний примір, є фільм «Татуїровщик». Его там в 2010 году выпустили по новозеландским мотивам. Он такой достаточно интересный, но он тяжелый фильм. Но там... Не бачила, но, дивно. Подивлюсь. Он даже есть у меня в студии. Но там, если очень хорошо вслушаться, то там можно, как говорится, очень много чего полезного для себя взять с этого фильма. Например? Ну, задают человеку пример татуировщику на фестивале. Для чего ты делаешь татуировки тут на фестивале? Угу. Это ж татуировки такие, пустые. Он говорит... А потому что это татуировки, которые люди, глупцы, себе наносят. Которые вот просто приехали, которые просто посмотрели картинки, не осознавая того, что они хотят. Говорит, это тоже своего рода отметка в жизни. То есть, как бы, показания, потому что он в дальнейшем не сможет объяснить, зачем он себе сделал эту татуировку. И больше того, он даже захочет его прибрать, правда? Да, да, обычно вот тут может быть такое, что люди накалывают ее себе и... Вот это потом приходят и говорят, я сделал татуировку, а я вот тут не знаю, зачем я себе сделал, а можно ее теперь вывести? Ну, как таковой вывести татуировку очень тяжело. Да, це шліфується да. Такою машинкою. Я пам'ятаю, колись я була на цій процедурі в косметологічному кабінеті, і дуже пахло такою паленою шкірою, і шліфувала так. Да, это механическое, то есть как косметологическое выведение татуировок, то есть как бы есть такое, но оно очень тяжело, после него очень тяжело, эти шрамы все закалываются. Потому что шлифовке оно очень тяжело подлежит, но чем-то ну, это же глибоко треба виходить, что... рубцованная ткань такая, угу. Которая очень тяжело шлифовывается. Человек пришел, ему сзади вывели татуировку, шикарную татуировку вывели. Он показал фотографию, и я не понял, зачем он ее выводил. Вот так же глупо сделал. На курорте сделал, 600, по-моему, евро он за нее отдал. Ему сделали на лопатке красивого леопарда. А он хотел тигра. Ну, вот тут как-то вот тут в тот момент он просто подумал, что леопард, тот, который он красиво увидел, что это тигр. Так це ж порода кошачих, в принципе, один той сама суть. Ну да, но он на тот момент почему-то подумал, что это тигр, его угу. Наколол, а потом, когда сюда приехал домой, и вот через некоторое время ему все говорят, что у тебя, что это леопард, для чего у тебя леопард, и вот он вроде вот тигра родился, по-моему, так, вот он не понял. Действительно, почему у меня вот этот леопард, а не тигр. И когда-то у нас же тут в Мельтинском, в косметологическом кабинете он его вывел. Я себе уявляю, как его болело, большая потому что это была татуировка. Да, ему ее взяли, вывели за один раз. Очень большую эту площадь. Был сильнейший ожог, больше 4 месяцев он всевозможным способом избавлялся от этого ожога с татуировкой в конечном. В конце осталась татуировка частично и очень большое множество ожогов. Ожоги были такие, что, ну, действительно, как ожог. Тобто, залишились рубцы чи червона пляма? Да, очень большие рубцы, бордоватость кожи, которая сходила, длительность времени, ну, такое, что... Ну, тут, когда от сильнейших ожогов кожа начинает заживать, и если не было никаких наращиваний и тому подобное, то она имеет достаточно шрамы, то есть поверхностные коллоиды. Их не сошлифовывают. Семене, ми перекрашуємо. Семене, скажіть, будь ласка, ну, наскільки великий відсоток оцих таких неусвідомлених потягів до татуювання? Тому що інакше їх не можна назвати. Мало. Дуже мало. Тобто людина, буквально яка... Единична. Так. 13 лет работы в Хмельницком, у меня таких насчитывалось буквально до десятка людей, которым действительно приходилось объяснять, что они делают, то есть как бы, что это ихнее, не ихнее. Ну, они не понимали, что им просто нравились рисунки. Угу. Але все-таки виходить, что людина, яка приходить робити татуювання, вона вже чітко розуміє, що їй треба. В большинстве, да. Це якось підсвідомо чи на рівні якомусь інтелектуальному, розумових якихось експансій? Ну так, багато об цьому думають з дитинства. Так? Так. Да. От прийшла дівчинка,
65 лет и сказала о том, что вот это я хотела всю жизнь цветочек себе на пальчики наколоть. Ну, в 65 років? Да, ну я с ней работал по лицевой красоте. И вот она мне потом задала вопрос, говорит, ты знаешь, я к тебе пришла от внучки, внучка у тебя делала татуировку, внучка у тебя наводила красоту, я вот тебе пришла за красотой, и у меня к тебе есть вопрос, а вот таким девочкам, как я, ты делаешь татуировки? Я говорю, таким девочкам делаем, что нет? Желание должно быть желанием, если оно есть. Она говорит, оно у меня есть всю жизнь. Хотела я на пальчике ромашку, цветочек, оно должно было выглядеть как колечко, я как девушка, работая постоянно с людьми, то есть как бы не могла его носить в советский период и не могла его себе позволить наколоть, потому что выглядела бы нелепо, как уголовница, как ну, тому подобное. Наколешь? Наколол. Семене, а все-таки найрозповсюдженіші якісь от є такі символи, що найчастіше наколюють хмельничани саме? Не, ну в этом разнообразии. У каждого есть своя душа. Кто-то хочет трайбл узоры, кто-то хочет биомеханику, кто-то хочет себе художественные татуировки. Биомеханика – це що? Ну, это татуировки в виде деталей, в виде запчастей, сложенных механизмов, роботы, конструкции, то есть ну, как бы электронные коры. Механизмы, там, вшивают, делают биомеханику разностороннюю, делают вид раскрытой кожи и туда вставляют все, что хочешь. Як цікаво, таке я ще не бачила, зізнаюсь чесно. Мені взяли цих татуїровок. Ну, тут не взяли, я сину говорив, що я говорю, скинь, у мене там були кое-які татуїровки біомеханіка. Воно є, воно розпространено. Зараз є трешполька розпространений стиль. А що це таке? Такий сучасний стиль, його більше німці практикують, татуїровки, чорно-красні татуїровки. Тобто, якби вони чим-то напоминають, як для мене, це старосовєтські газети. Где черная татуировка с красными прописями, какими-то, с чем-то таким, она... Ну, это малюнки, или это шрифты? Чуть-чуть такие, да, там, чуть мистические наклонности, потому что те татуировки у нас мало кто понимает, то есть, потому что там очень много черепов, то есть, как бы, таких деталей, которые, ну, мало восприимчивы нашим людям. Ну, будем вважать, какие-то, может, сатанинские, да? Якої ну, да, чуть-чуть. Хотя, на самом деле, нет, там, татуировки абсолютно положительные, так же, как и, говорится, символические, потому что все те... Вещи они имеют глубокое значение, то есть как бы для многих людей те же надписи, то есть как бы все то, что добавляется к ним, там все серьезно, мы на это смотрели, красивое, хорошее такое направление. Много есть разных, каждое направление по-своему красивое. От мені все-таки завжди було цікаво, звідки пішло татуювання. Ну, ми чогось всі думаємо, що це африканці придумали, але насправді, зрештою, ті самі язичники часто використовували всякі символи, в тому числі, наприклад, свастику, як символ сонця, ми це розуміємо. Мені здається, що такі татуювання були. Ну, це мої такі, ну, здогадки. Але як воно насправді? Хто все-таки вигадав татуювання? Во всій епохі були татуювання. Це лично моє мнення, тому що татуировкам насчитывается там по 3-4 тысячи лет. Каждая страна, где затрагиваются культовые татуировки и тому подобное, ну, они все считают, что очень многие считают, что она у них родилась. Где-то у них и скифы, и славяне, и египтяне, и китайцы, и японцы, то есть как бы Новая Зеландия, все по-своему говорят, что это вот, вот где-то у них было начало. Я считаю, это человечество начало татуирование. Человек начал себя ранить, царапать, заносить себе уголь, сажу, видеть на себе рисунки. После этого эти рисунки себе уже источать. Выходит, что не только в печерах малювали мамонтів, а и на собі, так? Ну да, но там очень много, то есть как бы истории указывает на то, что человек вначале начал на своем теле видеть рисунки, а потом только на скалах их делать, применять. И письмо также, да, что это там немножко раньше. Цікава версія. Yeah. Ну, мені здається, що все-таки ще багато де татуювання були зв'язані з ритуалами. Все-таки і люди, які звершували ці ритуали, то вони наносили собі татуювання. Але простого смертного це якось мало стосувалося. Чи все-таки це не так? Ну, да, і собі, і кому-то. Тобто, як би, так же ж, от були люди, тобто, які, як говориться, там, прокляті і тому подобне, на яких навели якісь... Ну, нечисті, можна так сказати. От тут ну, теж... при помощи шаманизма того же самого, то есть как бы ритуальных обрядов, также же от него избавлялись, наносили ему татуировки, то есть те же символы при этом шаманы себе наносили для того, но это же были такие символы, которые их усиливали.
их тело для того, чтобы они могли работать с другими людьми. Потому что ставишь энергию. Потому что если он забирает негативную энергию от человека, то он ее как через себя фильтр пускает. И можешь от этого тоже, он должен быть полноценно заряжен всеми символами для того, чтобы оберегами, чем-то, чтобы оно к нему не... Не прилипало. Да, не прилипало. Тобто ми знову повертаємося до того, що все-таки татуювання – це якась енергія. Ну, так. І виходить, що чомусь так повелося, що багато хто думає, що це щось таке чорне, там, ну, немає світлого в цій енергії, але це ж не так? Ні. Я ж не думаю, що це заряджено якимось сатанизмом. Нет, да, ну это к сатанизму это далеко. Это свое, также же есть свои подкасты людей, которые верят в черное, то есть как бы анархисты, то есть как бы и тому подобные вещи, если они в это верят, и они себе символики такие наносят, то есть как бы, ну это ихнее, то есть как бы, то же самое, как и в религии, то же самое, и так как везде, как и байкеры, как и музыканты, как и звезды. Якась, мне кажется, что это просто политические ознака, люди. От, ознака приналежності до певної групи, до касти людей. Так, припустимо, якщо я байкер, у мене значить таке татуювання. Якщо я люблю дівчат, у мене таке татуювання. Якщо я люблю хлопців, а я хлопець, то ну, може бути так. Щось таке, так. Так, що татуировка – це самовираження. Для кого-то це лічне. Тобто, как бы, хтось це робить лічно для себе, хтось це робить для людей, як показательне виступлення. Тобто, що це такий знак, і щоб всі бачили, що це да, я саме такий. Так, так, так. Ну, это обычно, это просто популизм. Это человеку не хватает, как говорится, популярности, и он вот за счет этого хочет себя больше проявить, больше показать, что-то такое необычное. А так нет. Семене, от цікаво, в які місця все-таки вибирають хмельничани, щоб нанести татуювання? Є якісь популярні, ну, на руці, наприклад, на плечі? Руки, грудь, лопатка, лопатки збоку на животі, на боках, тобто где-то на частях ног, внизу ног, тобто как бы так, щоб брати, ну, достатньо великі об'ємні маси татуїровок, то це дуже мало, також ж єдинічно, а так шея иногда встречается, но я немножечко людей отталкиваю от этих мыслей. То есть, как бы, чтобы руки, шея, все крови. Ну, потому что это уже публичность. Он не сможет одеть костюмы, предстать перед нормальным человеком, поговорить, то есть, как бы с ним, имея на шее всевозможные татуировки, то есть разговаривать о чем-то серьезном. Но о чем мы серьезно можем говорить? Ну, тобто виходить, що все-таки це таке особистісне татуювання, не треба, ну, да, показувати. Ну, так? Я вважаю, що це лічні речі, це не публічне. З учетом життя, я вважаю, що татуювання має бути лічна річ, абсолютно для людини. Вона має во всій красі виглядати красиво. Чому в Японії, навіть несмотря на те, що там якудзу відносять до преступного світу, тобто, як би, раніше це було... Точно, ми забули про них, в них такі татуювання фантастичні. Дуже красиві костюми зроблені, але всі ці костюми зроблені настільки правильно, що якщо йому достатньо розтягнути рубашку до пояса, і татуїровок видно не буде. Йому достатньо зробити во многих, як говориться, він буде стояти в костюмі, і татуїровок ніхто ніколи не побачить. Татуїровки робляться вище кістей, тобто, як би, вони вище голеней ног, вони ділилися костюми, тут стаються свободні місця. Як цікаво, я ніколи про це не замислювалася. Роздіває рубашечку і все, він чистенький, повністю зняв, ну там вже, да, там вже костюм, там вже таке. Ну і так же це правильно, тому що вони ведучі бізнес, дуже багато люди, тобто то він не може представити, то есть, синій в татуїровках, в рисунках, тому що його навіть, ну, будуть, наверное, воспринимать немножко не так. Ну, звичайно. Вот. Крім того, вони зразу виходять, виявлять себе. Свой такой глубокий образ, да. Он должен быть, как говорится, если такой человек, он должен быть либо там хорошим артистом, каким-то очень популярным человеком, которому уже не имеет значения, то есть, как бы, где себе раскрашивать, потому что его уже все так видели много раз, то есть, и лишние татуировки ему никак не мешают. Бачили в усіх виглядах, да, и в усіх місцях. Да, ему татуировки никак не мешают, он все раскрашивает все, что может, то есть, это вот тут его. Так что, то есть, как бы, люди таких байкерских характеров, ну, то есть, как бы, кожаная куртка, хороший мотоцикл, то есть, и татуировки, это только дополнение человека, наверное, то есть, как бы, а так... Во всем остальном, если вот молодежь все сделает на шею татуировку, какой из него юрист уже будет? Какие он сможет судить дела иметь? А есть такие. Цікава версія, цікава версія. Все-таки, Семене, а найоригінальніші місця, де робили татуювання хмельничани? От щось таке, ну, ах, ну я не кажу про малюнок, я тільки кажу про місце. На лице, на щеки. Раз. За ушками, на мочках ушей, два,
На мочках вух. Да. Боже мій, це ж, напевно, дуже болить. Сережки, як пірсинг. Це ж дуже болить. Тому клево, що... виглядить, як сережки від пірсинга, даже особо не скажеш. Да? Да, звездочка, звездочка і лимончик. Ну, клево, класно. Угу. А добре, коли цими голочками набиваєш татуювання, де найбільше болить, коли робиш їх? Татуировка болезненность для всех индивидуально. У кого достаточно высокое, наверное, психическое состояние, неуверенность татуировки, то есть как бы тот, что-то человека мучает, тогда вот это ему будет, наверное, больно. Потому что если человек хочет делать татуировку, он о боли больше не думает. Она ему, наверное, не важна. Ну, я так могу сказать. Потому что я не обезболиваю татуировки. Я их, ну, то есть как бы есть и обезболивающие препараты, и все, но это так очень редко. Угу. І що так не ой-ой-ой, ніхто? Да нет, у меня таких... всі навпаки такі задоволені, так? Да нет, все нормально, мы делаем татуировку, мы общаемся, то есть все себе чувствуют положительно, встают, улыбка на лице, удовольствие, и на этом все заканчивается. Нет вот таких людей, которые бы себя как-то очень тяжело чувствовали. Семене, ще дуже цікаво, все-таки у нас не так давно почали татуювання так активно, да, якби наносити, правда, все-таки да, десь да, 90-ті роки. А за кордоном це взагалі ну, дуже поширено, да, особливо в східних країнах. От все-таки, що там, які новації зараз за кордоном є, такі, що в нас, наприклад, їх немає? Як там розвивається татуювання? За океаном в Америці дуже обширно. Там Америка, как она жила с татуировками на протяжении всех поколений, так она всех и живет. Она ее очень хорошо развивает, то есть в этом идут. Они к татуировке очень много чего относят, как там многие доказывают, что это также своеобразное лечение, повышение иммунитета. Потому что при длительном татуировании человека, как доказали американские исследователи в каком-то штате, они доказали о том, что человеку при нанесении незначительных, взяв большую площадь татуировки, в начале нанесения татуировки у человека падает иммунитет. Через 4-5 дней, когда у него татуировка восстанавливается, у него организм набирает эту силу, и при дальнейших татуированиях его иммунитет увеличивает процент, то есть как бы организм человека начинает оздоравливаться. Цікаво, с чем это можно повязать? Ну, наверное, вначале потратьте силы, потом организм включает инстинкт самосохранения, самосрабатывания, и начинается самовырабатывание иммунитета в человеке. То есть, потому что человек – это также машина, наверное, также это же организм. Его можно запускать, его можно душить. Так же. Ну, так. Вот, и вот тут также они вот к этому пришли. И цифровые татуировки есть. А что это такое? Цифровые татуировки – те татуировки, которые сейчас делают жидкими кристаллами, краситель на жидких кристаллах, заносится под тело, то есть ну, сейчас проходит тест. Ну там, я не буду уточнять, но больше десятка людей, которые то есть, как бы носят на своей руке под кожей что-то в виде цифрового экрана, то есть мониторчика небольшого, на котором могут спокойно переносить с гаджетов татуировки, какие хотят. Он также может его подключить, может бегать, будет показывать его температуру, будет показывать его пульс, то есть как бы с какой скоростью он бежит. То есть все, что у нас есть фактически в телефонах, уже возможно заносить под кожу. Боже мій, я собі не уявляю. Ти собі так береш і кожен раз різна картинка в тебе, так? Так, да, яку хочеш, знайшов собі, перевів, і от з нею пішов, захотів другу, перевів другу, пішов другу. Тобто, як би, от ну, зараз приходить, посмотрим, що буде далі. Ну, цікаво, цікаво. Да. Я знаю, що ще якісь із лікувальною метою для діабетики використовує татуювання, так? Є, до сахарного діабету, да, використовує для людей. Тобто, як би, це також ж краситель, він наноситься під кожу, за счет этого він міняє цвітність, тобто, як би, він показує чоловіку своєобразний датчик, тобто, як би, о тому, что у него поднятый сахар, ему надо предпринять меры. И также что-то очень много сейчас в Америке используется в медицинских целях, то есть как бы при таких же медицинских центрах, то есть как бы носят эти татуировки по желанию, на них есть там, цена, то есть как бы и человек может это сделать так же, как и датчик. Как тестер, так? Да, так же, как и тестер, то есть как, просто чтобы никогда не потерять, всегда был с собой. Не имеет значения где, как, в любое время суток, больше его, что можно потерять, любой этот тестер, ну, а это ты уже никогда не потеряешь. То же самое, как и символика нательная. Человек говорит, я на своем теле могу носить будь какое ожерелье, но если оно на мне будет наколото, то я его уже никогда не потеряю. Ну да, но это из якоюсь мірою трошки страшновато, бо це вже назавжди с тобою. Ну это все, но если человек верит в этот талисман, то почему бы и нет? Семене... Почему он не может быть постоянно с человеком? Он может быть, он всегда будет помогать. Навіть якщо ти його не бачиш, навіть якщо він тебе нанесений десь ззаду, і ти так знаєш просто, що він є?
Ну, если есть большая вера, да. Потому что многие считают, что татуировки сзади, они это прошлое, впереди это будущее. То есть, как бы там тоже есть свои мысли у людей. То есть, как бы... Ну, а и це правда? Що татуювання ззаду – це минуле, а татуювання спереду – це майбутнє? Ну, я не знаю, я бы не сказал, потому что, ну, сзади люди колят достаточно большие объемные татуировки, то есть, как бы, затрагивают части, и обычно это картины. Это картины, которые затрагивают, может быть, человеческую жизнь в общем-то. Вот он решил ее себе там выразить, то есть, как бы, либо вот тут ему чего-то не хватает, вот он хочет того, чтобы... Его дополнило, да, так же, что, как бы, ну, это по-разному. Ну, що ж, мені здається, що була цікава розмова, багато ми нового дізналися про татуювання. І дуже дякую, Семен. За татуїровки можна говорити довго-довго. Довго-довго. Скільки вони є, стільки за них можна і говорити. Да, і тим більше, якщо вони виникли разом з людством. Да. А нашим глядачам кажу до побачення. І робіть своє життя красивим і змінюйте його, якщо хочете. Хоча б шляхом татуювання.